Всем привет, ребята! Вы на канале Sober Vision. Сегодня у нас обзор большой самосборной арены. В комплект ее поставки входит крышка, акриловые панели, специальные вот такие вот устройства для того, чтобы подключать шланги различных диаметров. Вот как раз таки сам шланг, либо трубка соединительная, она идет длиной в комплекте 30 сантиметров. Крепежные лепестки и сам крепеж. Давайте сейчас снимем всю защитную пленку и приступим к сборке этой арены. Ну что, ребята, приступаем к сборке. Берем сначала нижнюю панель. Так, это мы немножко подвигаем подальше. Теперь берем боковые малые панели. Ну и отверстие для подключения, оно должно быть у нас снизу. Соответственно, к белой панели, к нижней. Подключаем с одной стороны, подключаем с другой стороны. Теперь соединяем их сверху верхней панелью. Так, сейчас камеру немножко мы развернем повыше, чтобы вам было видно. Так, вставляем здесь. Вставляем с этой стороны. Ну и осталось только нам вставить боковые панели. С одной стороны готово. Ну и теперь с другой стороны. Осталось подсоединить у нас стопорные специальные лепестки и прикрутить их крепежом. Давайте это и сделаем. Также я рекомендую размещать их сверху и обращаю сразу внимание, что здесь два типа стопорных лепестков. Первый тип — это короткие, которые идут у вас сверху на передней панели. И более длинные, они идут сбоку и сверху и снизу на боковых панелях. Теперь все стянем посильнее с использованием отвертки и пальцев. Пассатижи я использовать не советую, чтобы не повредить акрил. Ну а теперь установим специальное устройство, чтобы подключать специальные трубки. Я советую устанавливать эти устройства снаружи, чтобы можно было спокойно, без, так сказать, риска их поворачивать. Вот. Для этого у нас в комплекте входят вот такие вот болтики и специальные самостопорящиеся гайки. Поэтому, чтобы их установить, вам нужно будет либо ключ, либо пассатижи. Так, давайте их установим. И с другой стороны. Вот, ребята, мы и собрали эту арену. Остается сверху только одеть крышку
и ее можно эксплуатировать. Опять же, в комплект, ребята, входит специальная 30-сантиметровая трубочка, которую вы можете подключить как с одной стороны, так и с другой стороны, либо их вообще зафиксировать. Арену эту можете использовать либо как одну арену, соединив ее с помощью вот этой трубки с гнездом, либо сразу можете соединить несколько арен подряд. В общем, здесь уже все как вы пожелаете. Опять же, вентиляцию, ребята, я не делал, потому что не вижу смысла вот от этой небольшой вентиляции, которая здесь есть. Так как эта арена самосборная, все равно здесь в этих местах есть небольшие зазорчики, небольшие щели, поэтому в принципе будет нормально все вентилировать. Ну а кто использует очень мелких муравьев, таких как огненных, там других, то я рекомендую по этим частям все-таки проклеить, чтобы арена сидела очень плотно, и даже такие мелкие муравьи, как Соленопсис гимината, например, не смогли проползти даже в самые маленькие отверстия. Ну и те, кто будет использовать на арене очень мелкий песок, тоже рекомендую проклеить снизу либо термоклеем, либо специальным клеем для акрила, вот, чтобы этот мелкий песок не просыпался у вас на рабочий стол. Ребята, размеры этой арены вы видите у себя на экране. Она получилась действительно большой. И будет очень интересным дополнением либо ваших формикариев, которые вы используете, ну, либо формикарий, который приобретаете в нашем магазине. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, не забывайте поставить лайк. И до новых встреч, ребята. Всем пока-пока.